Всем привет! Сегодня я снова была в магазине Fix Price. Хочу показать вам, что на сегодняшний день привезли новенького в этот магазин. Магазин находится в городе Ростов-на-Дону, улица Ткачева, 30. Давайте посмотрим, что там интересного. Всем приятного просмотра! Симпатичный кошелек за 249 рублей, отлично подойдет для детей. Красивый, удобный, яркий дизайн, дополнен кармашком на молнии. Спереди мы видим, застегивается на липучку, вот она. Внутри есть дополнительное место тоже на молнии, также для карточек и купюр. Размер 8 на 2 на 12 сантиметров. Состав верха и подкладки полиэстер, дополнительно нейлон, сталь. Качественно, в принципе, прошито, материал такой вот прочненький. В целом неплохой вариант. И рисунок красивый. Есть варианты как для девочек, так и для мальчиков. Вот все, которые были еще. Рядышком увидела еще вот такой вариант кошелька. Стоит 199 рублей. Кошелек со вместительным отсеком на молнии. Оснащен кармашками для карточек. Вот посмотрите, молния здесь получается, одно отделение, и вот здесь вот для карточек место. Размер 9 на 15 сантиметров, состав ПУ, полиэстер, нейлон, сталь. Можно выбрать 4 варианта расцветки. Большой размер. Из коллекции «Дом у моря» появились корзинки стоимостью 249 рублей. Называется «Эль Мар». Корзина круглая, размер 25 на 25 на 7 сантиметров. Хорошо сделана, подойдет для хранения полотенец, косметики, аксессуаров, различных бытовых мелочей. Состав рогоз узколистый, бумага, полиэстер. Симпатично смотрится и можно выбрать, вот у нас было два цвета. Сверху беленький и вот такой красивый голубой цвет. Мне нравится, сделано классно. Перейдем в отдел посуды. Тарелка глубокая за 69 рублей. Диаметр 17 сантиметров, глубина 7 сантиметров. Посмотрите, какие симпатичные рисуночки. Эта коллекция частенько там продается, меняются только рисунки по сезонам. И вот второй вариант, вот такой цветочек голубенький с белым. Смотрится очень даже симпатично по-летнему, да и по-весеннему. Ну, в принципе, подходит, мне кажется, на любой сезон и на любой стол. Стакан для напитков с клапаном стоит 79 рублей. Крышка с клапаном идет, подходит для большинства автомобильных подстаканников, позволит насладиться любимым напитком во время прогулки или в дороге. Не обжигает руки, стильный цвет, объем 350 мл, состав полипропилен, эластомер. Давайте откроем, посмотрим. Очень, кстати, крепко держится вот эта застежечка. На крышке мне понравилось и плотно закрывается, вот так. Ну, вот так выглядит сама по себе крышка и вот так выглядит изнутри стакан. Качество очень даже неплохое за такую цену. И можно выбрать, подобрать под ваш цвет, какой вам больше нравится. Вот такой яркий. В продаже появились дуршлаг Уникопласт. Вот ценника, правда, на него не было, но я думаю, около 100 рублей, может 150 максимум. Точный размер 19 на 14 на 12,5 сантиметра. Треугольной формы, отлично подойдет для прямоугольной раковины. Предназначен для слива жидкости при приготовлении макаронных изделий, круп, а также для промывания продуктов. Состав полипропилен. Снизу, как видите, есть ножки такие. И вот у нас было представлено 3 цвета на выбор. Можете подобрать под ваш интерьер. Качество, в принципе, хорошее такое, прочненькое. В продаже появился вот такой набор кухонных принадлежностей за 124 рубля. Состоит из двух лопаток, одной ложки и подставки тубы. Все изделия выполнены из бамбука. Снизу есть отверстие для слива. Стильный полезный набор для любителей готовки. Лопатка и ложка размером 27,5 на 4,5 сантиметра. Туба размером 6,5 на 16,5 сантиметра. Также в продаже появились ножи Сантоку. Давайте рассмотрим. Вот этот у нас стоит 99 рублей. Размер 22,3 сантиметра.
Легко справиться с нарезкой овощей и фруктов, а также с разделкой мяса и рыбы. Оснащен эргономичной ручкой. Значит, состав: нержавеющая сталь, бамбук, алюминий. Нельзя мыть в посудомоечной машине. Очень симпатично смотрится такой, не знаю, удобный ножичек. Следующий из этой же серии, вот такой чуть побольше уже размером, а точнее 29,5 сантиметра. Длина лезвия 17,5 сантиметра. Состав такой же, тоже нельзя мыть в посудомоечной машине. Вот, подходит для нарезки мясных деликатесов, сыров, тонким ломтиком, также овощей и так далее. Тоже смотрится вроде бы качественно. И последний из этой коллекции за 116 рублей. Здесь уже размер 26,2 сантиметра. Также нож Сантоку с широким лезвием. Хорошо подойдет для измельчения и нарезки различных продуктов также. И вот так вот будет смотреться коллекция ножей у вас на кухне. Неплохо. Коробка для хранения за 299 рублей. Поможет поддерживать порядок на кухне. Подойдет для хранения полотенец также, специй, фруктов и так далее. Стильный лаконичный дизайн с использованием экологических материалов. Размер зависит от выбранной модели, там должно быть несколько, но вот этот у нас вариант размером 21 на 15 на 14 сантиметров. И должен быть второй, он чуть побольше, 24,5 на 18 на 12 сантиметров. Состав: бамбук, тирелен, бумага. Привезли в большом количестве шторы для ванной за 299 рублей. Стильный, практичный выбор. Подойдет для ванной и душа. Размер 180 на 180 сантиметров. Как видите, элементы крепления, все это идет в комплекте, кольца вот эти. Качество, в принципе, неплохое. Я вот периодически меняю, беру тоже с фикс прайса. Знаете, служат очень даже долго. Состав: полиэстер, полипропилен. Есть как с рисунками, так и однотонные. Так что можно выбирать варианты. Есть еще в большом количестве. И вот такой еще. Органайзер за 99 рублей. Пригодится для аккуратного хранения различных мелочей. Состоит из трех секций. Размер 27 на 21 на 8 сантиметров. Состав: полипропилен. Как видите, снизу все как бы закрыто, а по бокам имеются вот такие отверстия. Удобно будет хранить всякую мелочь там и так далее. Цвета есть разные. Отличная сумка велосипедная за 249 рублей. Давайте открою, покажу вам поближе без упаковки. Посмотрите, он получается тут три отсека. Вот этот у нас на липучке отдельно идет. Сюда вы вставляете телефон с возможностью пользоваться сенсорным экраном. Имеет два боковых кармана для мелочей. Вот они. Светоотражающую вставку и надежное крепление на липучках. Состав: полиэстер, ПВХ, нейлон. Вот так выглядит с обратной стороны. Там мы видим как раз застежки. Слушайте, здорово. Так, вот здесь один отдел на липучке. И вот здесь вот эта сеточка, это тоже кармашек дополнительный. Ну, достаточно вместительный. И вот так вот, если собрать, будет выглядеть данная сумочка. Вот так вот свисают, получается, с двух сторон. Давайте я вам вот на картинке покажу, как будет выглядеть. Вот так будет выглядеть на велосипеде. Неплохо. Мне нравится. И качество достаточно прочное. И вот по ощупу, надеюсь, не промокающее будет. Цвета одинаковые. В продаже появились красивые детские бейсболки. Ну, давайте на этот посмотрим. Стоит 249 рублей. Посмотрите, как классно сделано. Для деток подходит от 4 лет до 7 лет. Обхват головы 52-54 сантиметра. Украшена забавной фигуркой, прошито хорошо, регулируемый ремешочек с обратной стороны. Мне понравилось. Посмотрите, 3D вот эта картинка вообще привлекает внимание. Варианты есть разные. Можно подобрать как девочкам, так и мальчикам. Посмотрите, какие очки классные у пандочки. Так, еще вот такой есть вариант. Здесь динозаврика мы видим в очках. Но тут очки уже, как видите, не светятся. Вот такой вариант есть бежевого цвета с мишкой. И еще такой же увидела оранжевый. Ну и так далее. Носки женские за 299 рублей. 5 пар. Производитель Зувей. Единый размер 36-40. Состав 62% хлопка, также ПЭ и ПУ в составе.
стильные укороченные носочки отлично подойдут для весеннего и летнего сезона. Неплохо сделано, мне нравится. Есть разные цвета, разные рисуночки. Ух ты, вот этот вообще, посмотрите, какой симпатичненький белый. Вариантов много. Также в продаже есть вот такие носочки женские, летние, тоненькие, стоят 99 рублей. Прекрасно сочетаются с кедами, кроссовками и другой обувью. Выполнены в виде подследников. Единый также размер 35-38. Ух ты, посмотрите, здесь как будто как на липучке такой вот. Покажу вам. То есть оно получается хорошо будет сидеть на ножке, не будет скатываться и так далее. Цвета есть разные, можно подобрать любой оттенок под вашу обувь. Их очень много, так что можно выбирать. Давайте я вам вот так вот покажу по-быстрому. И там еще вдалеке разные оттенки, вот они все. В похожей стилистике продаются носочки мужские. Производитель Zuvey. Цена 62 рубля. Отлично подойдут для занятий спортом и повседневных образов. Благодаря низкой посадке носки не будут заметны из-под обуви, а силиконовые вставки также обеспечат надежную фиксацию на пятке. В продаже появились вот такие гели для душа. Цена 124 рубля. Аромат нежный кокос. Интересненько, такой симпатичный голубой цвет имеет. Объем 750 миллилитров. На обратной стороне, как видите, вся информация имеется, и сверху дозатор. Удобно будет пользоваться. И объем достаточно большой, надолго хватит. Увидела еще вот такой вариант шампуня. Шампунь подходит для всех типов волос. Стоит 149 рублей. Объем 1 литр. С коллагеном и пантенолом обеспечивает комплексный уход за кожей головы и волосами. Так, ну тоже имеется дозатор. Появилась новая серия книг, называется «Внеклассное чтение». Стоит 59 рублей. Познакомит юных читателей с выдающимися литературными произведениями. Поможет развить кругозор и привить любовь к чтению. Книга без картинок, но большими буковками. Вот здесь содержание, мы видим, какие сказки туда входят. Ну, тут вообще ассортимент очень большой. Вот давайте я вам быстро все покажу. Тут очень много разных вариантов. Там, не знаю, стихи, Кузетта, Лисичкин хлеб, рассказы о полководцах, песня о вещем, Олеге, после бала. Рассказы, так, ну и так далее. Стихи есть также, ну их очень много, так что можно выбирать. Ух ты, посмотрите, какая интересная игрушка появилась в продаже. Ценника, правда, еще не было, но я думаю, больше 250 рублей будет стоить. Игрушка идет с USB-зарядкой, с подсветкой. Шар этот у нас летает, вот как на картинке показано. Есть кнопка «включить-выключить». Чтобы запустить шар, не требуется усилий, достаточно нажать на кнопку и подбросить летающий шар вверх. Слушайте, здорово, есть разные цвета, и как видите, он будет светиться. В продаже появилась сетка для бадминтона. Стоит 299 рублей. Размер 610 на 76 сантиметров, состав полипропилен, полиэстер, хлопок. Подарит возможность устроить спортивное состязание. Вот такое качество, хорошее, крепкое. На сегодня мой обзор на этом заканчивается. Вот такие интересные товары можно купить в магазине FixPrice. Товаров, как видите, очень много, периодически обновляется, это большой плюс. Поэтому будем с вами частенько заглядывать туда и смотреть, что там интересненького. Спасибо всем за ваши просмотры и поддержку. Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Удачи вам, до новых встреч, пока-пока! Thank you.